Здравствуйте, вы смотрите Fashion TV, и с вами я, Ольга Рудыка. Сегодня мы находимся в центре современного дизайна и инноваций моддизайн, задуманного как платформа местного и международного значения, для того, чтобы обмениваться идеями и презентовать дизайнерские объекты. Здесь состоится благотворительный воскресный вечер «Помощь детям» с участием известных звезд российского шоу-бизнеса, деловой и культурной элиты. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд тяжелобольным и нуждающимся детям в России и за ее пределами. Это здание, в котором мы сейчас находимся, называется Мод-дизайн-центр. И именно поэтому нас, мою компанию Modstar Production, это особо привлекает. И потому что это красиво, и потому что это добро, и потому что это благотворительность, и потому что это здесь у нас, в стенах нашего помещения находится. И, ну, я бы сказала так, что теперь это, возможно, фраза станет крылатой. Благотворительность во всех смыслах этого слова теперь в моде. Вообще, я думаю, сложно найти человека, который бы к благотворительности относился плохо, в принципе. Безусловно, я отношусь к ней хорошо. Безусловно, каждый из нас может в этой жизни что-то изменить, иначе вообще не было бы в ней смысла и не было бы смысла в нашем существовании, если бы каждый из нас не мог что-то изменить. Поэтому, конечно, это прекрасно. Очень хорошая площадка, правда. Я действительно здесь второй раз, и здесь проходят только действительно такие очень хорошего уровня классовые мероприятия такие вот. Что вы думаете о моде в России? Как вы относитесь к российским дизайнерам? Вообще хорошо. И у нас есть, так сказать, что-то такое, что будет не везде и интересно, необычно, неординарно. В общем, я думаю, что стоит все-таки больше обращать внимание на наших, скажем так, поддерживать отечественного производителя. Я хотел бы, чтобы все детки, которые больны, излечились бы и нашли своих инвесторов, спонсоров. Ведь собралось много людей, которые хотят искренне помочь. Сегодня будет выставка-продажа капсульной коллекции от Вики Чертиной, моей хорошей подруги. Я уверен, что многим женщинам понравится ее платье, они купят и таким образом помогут. И детки помогут, и таким образом детки найдут все-таки помощь в лице многих людей. Обычно, когда приглашают на какие-то вот благотворительные мероприятия, я вот первый, который я откликиваюсь, потому что для меня это важно. Вот однажды, может быть, я прям сам захочу организовать такой, ну, вот такой проект благотворительный. Я представила коллекцию «Осень-зима» 2015-2016 года, вот, где преобладают в основном черные, красные, молочные, бежевые тона с вышивкой, ручной работой, декором. Модели построены на графичном крое, вот, с эксклюзивной ручной работой.
Я безумно счастлива, что меня пригласили сюда, потому что я всеми руками, ногами за благотворительные любые проекты. Более того, то есть на будущее я даже сказала организаторам, что с удовольствием приму участие непосредственно, там, не знаю, поэтому пройдусь по подиуму как модель, спою обязательно. Потому что творить благие дела, добро, это, наверное, самое главное, что, наверное, для чего вообще мы живем в первую очередь на этой земле. Принимаем участие часто и в Чулпан Хаматове, принимаем участие разнообразных и спортивных, и музыкальных, да. Никогда не отказываюсь петь на выступления, которые состоят в благоподдержке детям, которые им помогают там. Ну и, конечно же, естественно, мы ездим в детские дома, мы собираем одежду, ну и вот все, что получается, как говорится, помогаем, как можем, чем можем. Дизайнера ваше шикарное платье. Спасибо, это все Виктория Чертина, она изобретатель этого платья. Вот ее бренд, наверное, да, Loft 77. Вот мы уже не в первый раз с ними работаем, довольно-таки успешно. Вот мне всегда приятно одевать эти наряды, потому что они всегда отличаются какой-то такой оригинальностью. Какую коллекцию вы сегодня презентуете? Я сегодня презентую достаточно скромную коллекцию, все в черно-серо-красных тонах, потому что все-таки такое мероприятие, я считаю, не должна быть вычурной, какой-то откровенной сексуальной коллекции не должна быть в этот вечер, поэтому вот, ну, достаточно скромная, много аксессуаров, портупеи, как обычно, от Mason TT, то есть вот, ну, все в нашем стиле. Мероприятие такого уровня и масштаба, которое мы решили провести, при этом поддержав фонд благотворительный и больных детишек, нуждающихся. Мне кажется, у нас все получилось. Приняли участие достаточно известные дизайнеры российские и очень много гостей сегодня собралось. Мне кажется, хотели поблагодарить всех, кто сегодня посодействовал нам, участвовал в этом мероприятии. Карина, почему именно мод-дизайн выбрали как площадку для сегодняшнего вечера? Мне кажется, на сегодняшний день в Москве не так много мест, где можно проводить модные показы, радовать глаз, потому что достаточно вот этого белого пространства, здесь очень светло, комфортно и уютно. Я считаю, это место идеальное для проведения подобных мероприятий, и видно было по гостям, что всем очень понравилось. Это первое мероприятие, которое организовывают мои близкие знакомые Карина и Айна, и я хочу им пожелать успехов, я очень хочу, чтобы они были вот... Они не разочаровались в этом. То есть, чтобы вот ту цель, которую они сегодня решили подарить для детишек, собрать денежки, чтобы у них это получилось. Если это получится, следовательно, на следующий год это произойдет вновь. И я считаю, что мы все должны помогать детям. Чужих детей не бывает. И каждый из нас может всегда внести небольшой вклад для того, чтобы дети не болели, для того, чтобы дети выжили. И мы должны спасать эти жизни. We'll be right back.
амбициозный человек. Я уверен в том, что каждый человек может перевернуть этот мир с ног на голову, если захочет. И слава богу, что есть такие люди, есть такие организации, которые этим занимаются. И очень приятно, что меня сегодня пригласили друзья поучаствовать в этом мероприятии, тем самым вложив, внеся какую-то лепту в изменение мира в лучшую сторону. Карина, почему вы решили заняться благотворительностью? Что вас сподвигло на это? Мы многодетные мамы, у нас есть свои детки, мы прекрасно понимаем, что для любой матери, у которой есть ребенок, нуждающийся в помощи, и оказать эту помощь, мне кажется, это самое святое, что может быть на этой земле, что дети – это наше будущее, дети – это все. Дети – это радость, дети – это улыбка, дети – это мир. Все, что связано с детьми, это все самое прекрасное, что может быть. И я считаю, что мы все, кто может, имеем возможность, не обязательно финансово, может, каждый человек просто своей заботой, сочувствием, каким-то вниманием, они нуждаются в этом на самом деле. Концентрирует в своем пространстве лучший дизайн и представляет его с разных сторон – художественный, промышленный, исторический и познавательный. И это очень интересное место для творческих людей. С вами была Ольга Рудыка.